Ну, всем привет. У нас вот тут утро. Уже не понять, какого дня в поездке. Вон уже 8 дней прошло, как мы выехали из Берлина. И мы вот путешествуем по городу Хейкхе. Сейчас 7 утра. Мы идем на утренний рынок. Покушать немножечко, купить что-нибудь. И здесь вот... Мне нравится Хейкхе. В честь меня названы все рестораны. Ресторан у Наташи. Магазины. Ой, домики такие старенькие тут есть. Европейского стиля. Все перемешалось в этой деревне. А в том ресторане «Дружба» мы кушали. Когда приехали? Нет, это мы когда вот домой приносили. Вот такой вот здесь вот антуражик. Вот такие вот автобусы здесь ходят, городские. В целом народу стало намного больше. То, что я смотрел видео, другие снимали. Ребята по Хейкхе сейчас прям значительно больше людей стало и приезжает, и с Благовещенска, и из Китая, ну и с России в целом. Сейчас очень много ездит сюда делать зубы. Хейхэм полным ходом. Центральная улица. Ремонт идет. Все перекопано. Вообще нам везет на всякие ремонты везде. Куда ни приедем, какой-нибудь ремонт. 3 года назад в Благовещенск приехали. Ленина все перекопано было. Сейчас здесь Джунъянзи перекопали. Вот почтовая служба Китая. Угу. Вот. Хотим отсюда отправить небольшую посылку, чтобы не тащить с собой. Надо будет узнать, сколько будет эта посылочка стоить до Берлина. Может, выгоднее, дешевле. Мы переживаем относительно поездов, потому что здесь досмотр как на самолет, в поезд. И если у тебя жидкости большие или еще что-то, могут не пустить. А сдать багаж нельзя, потому что в поезд со своим багажом заходишь. Ну вот у нас сомнения теперь, как некоторые бутылочки там с жидкостью, там еще что-то непонятно. Посмотрим. Народ идет уже с утреннего рынка, закупился уже там с плюшками всякими. Мы сейчас тоже пойдем пузико набивать. Вот видите, все идут. Только мы идем в футболочках и шортиках, а они что-то все в каких-то куртках. Не, они, наверное, раньше то, что вышли, было холоднее. А сейчас уже. Да, сегодня вечером мы на поезде отправляемся с моим сыном, с одним, со вторым, в город Харбин. Едем на 2 ночи погулять там и потом обратно. В принципе, все как запланировали, по плану сходится нормально. Сейчас потихонечку начнется уже рынок, уличный рынок утренний. А, насколько я помню, залши, он прям перегораживает улицу и начинает выставлять на продажу вещи. А
открывается в 5 утра и, по-моему, до 8, если не ошибаюсь. И есть еще вечерний рынок. Утренний рынок больше, конечно, и еды продается, и такой, и готовой, и продаются вещи какие-то, и продукты для приготовления. А вечерний рынок, там все-таки больше шаукао, шашлычков, вот такого. Грилят, ну он поменьше раз в 5. Вечерний рынок прям рядом с нами, а утренний он немножко в удалении находится. Так, пошли. Ну вот смотрите, вот такие штуки продают. Да, рога с кого-то сняли. Ну вам куда надо? Еще у меня, я обратил внимание, я купил себе волшебные кроссовки, они притягивают других. Мне оттоптали ноги уже все. Вообще все. Света так раз 5 уже наступило. Вот, камни продают. Красивые камни, я только привезла. Да. У нас дочка булыжники везде собирает, и вот понятно теперь почему. Что они все красивые. Ну прям целое подразделение камненосов. Дерево посмотри, что какие коряги. Не, ну с дерева я согласен. Что-то природное. Угу. Природный дизайн. Ну, вентиляторы ручные. Всех форм и расцветок. Человек продает чай и водку. В виде русских кушек. Ну, он оповещает о своем ассортименте. Видишь, у этого сумки, он говорит сумки. У другого чай и водки, говорит чай и водки. Тут вот тапочки всех вариантов. Тут по 20 юаней футболки продают. 20 юаней это на евро, где-то 2,5 евро. Ну, в принципе, 20 юаней футболка. Кепочки. Босс. Ну, дорогущие чемоданы. Точно такие же мы видели в аутлете в Шанхае. Здесь я спросила, 150 юаней. Ну, чем севернее едешь, тем дешевле чемодан. В магазине хотя бы более-менее качество будет, наверное. На вид одинаковый, я не знаю. Здесь ты поездишь с ним, немножко фиг вернешь, а в магазине шанс есть. Вот здесь вот, вот такие вот. Блогеры тоже. Очень много всяких разных блогеров в Китае.
Ну вот уже съестное начинается. Вот сюда не пускают машин, собак. С камерами? С камерами, с особой осторожностью. Тут сразу на две снимает. Ни хао. Ни хао, ни хао. Ни хао. Ни хао. Ни хао. Инфлюенсеры сегодня вышли поинфлюенсить со всех сторон. Ну а здесь самая толкучка. Тут еда. Ну, а там рынок дальше чуть-чуть продолжается, там не особо интересно. А в ту сторону мы не ходили. Мы в основном здесь всегда закупаемся. Пойдем вперед немножко пройдем. До конца? Мы, по-моему, не доходили до конца. А сегодня суббота же еще. Ну, мы хотим купить печенюшек. Покупай. Я дам тебе денежку. На. Вот эти вот мункейки начинают продавать, ну, в августе и до сентября. Вот, все такие доброжелательные. Здесь вот снимают тоже. Вот печенье всякое. Кексики. В принципе, нормально. Позавтракать сегодня можно не сильно классически, как по-китайски, а с печеньем. Мы обычно набираем всякого китайского. Наташа вспоминает, как торговаться и покупать. На тебе еще денежек? Бери все, что нужно, а я посниму. Что, сегодня более такой будет завтрак, да, с этими? О, смотрите, какие грибы. Всех видов и вариаций. Особенно вон те, интересно. Ну, это красиво. Я не видела такого. А что это за гриб такой? Не знаю. Ну, какие-то вот грибы. Прям цветные. Угу. Здесь фрукты продают. Поэтому мы сюда и не пошли в прошлый раз. Ну, смотри, тут вот тоже съестное всякое. Ой, салатики. Вот это все вообще вкусно. Ну, бери, там брали, сейчас давай здесь возьмем. Пусть будет разнообразие. Покупай, что нужно, я пока поснимаю. Вон хрюндели продают всякие. Питочки. Ну, тут очень много грибов. Какие-то веточки. А с той стороны видно, вон, сейчас сезон арбузов, тоже арбузов очень много. Примерно такой вот ассортимент и дальше идет. Разная ягода, фрукты, овощи. Вот такие сливы. Груши.
рынок длится куда-то. Я буду заканчивать на этом репортаж с утреннего рынка. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч. Пока.